Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи, найденные в интернете. Стихи поэтессы Ирина Коренная-Курская. Композиция называется «Прощением очистить душу». Музыка исполнения Самвела Крумовича из цикла «Жившая поэзия». Прошу прощения у всех вас, братья, прошу прощения, я у родных за дерзость, сквернословие и счастье, которым обделила остальных. Прошу прощения, кого любила, чьи чувства обожгла, не разделив, не поняла, в одном просила, чтоб незаметно боль ушла к другим, была глупа и молода, наверное. Прошу лишь смилуйся, прости меня. Все это выглядит со стороны так скверно, как будто обесчестила сама себя. Теперь я каюсь и прошу прощения в душе не глупой вроде человек, по настроению характер очень скверный, потом кусаю локти от проблем. Я постараюсь мыслями собраться и норм побавить крутой сумой. Но каюсь, но позволь остаться, исправив, не остаться бы одной. Сердечно каюсь я и перед Богом, не знаю ли простишь меня. Позволь остаться на земле так долго, исправить то, что даже нельзя. Сердечно каюсь я пред Богом, не знаю ли простишь меня. Позволь остаться на земле так долго, исправить то, что даже нельзя. Спасибо за внимание. С вами был Самвел Крумович. Музыкальная композиция «Экспромт. Прощением очистить душу». Стихи Ирина Коренная-Курская.